первой серии одного блока пацаны нашли больше алмазов, больше железа, больше крутых вещей и в итоге, ну, сильнее надрали задницу девушкам, да. Во второй серии одного перерожденного блока девушки прям что-то слишком как-то разогнались, нашли нереально зачаренные алмазные вещи и буквально за одну секунду вздрюкали всех парней. Потому что все парни как-то, ну, слишком дико офигели, и я в том числе в предыдущей серии. На самом деле лучше тебе этого не видеть, потому что там дикое мясо было. Я не знаю, как вот все пацаны после такого стресса согласились со мной серии записывать. Но да ладно, сегодня у нас будут другие немножко правила. Сегодня в моей команде будет 2 пацана и 1 девушка. И в другой команде будет 3 пацана и тоже 1 девушка. Ну то есть по одной девушке капитанше в каждой команде. Так, кого бы выбрать? Кого бы выбрать? Котяра! Голубой, как всегда. Карась. Кстати, Карась это новый участник. Карась, иди сюда. И давай, Аня, ты. Анчоус. В другой команде все остальные. Купитан Ержан Лера и Купитан Анчоус Аня. Две девушки, которые пацанам в сегодняшней серии будут готовить борщицы, хлебцы с салом, рис, плов, мамину маму и все остальное. Кто не смотрел предыдущие серии, я сейчас быстренько объясню все правила, потому что они немножко изменились. В этом мире все очень случайно. Из каждого блока выпадают случайные предметы. Допустим, я ломаю траву, выпадает фиолетовая шерсть и котел. Я ломаю гриб, из гриба выпадает... ламинат. Ломаю другой гриб, с этого гриба выпадает тоже. А, с этого бамбук выпадает. То есть я могу сломать воду, из воды выпадет алмаз. Могу сломать алмаз, из алмаза выпадет нифига. Я ставлю таймер ровно на 10 минут. По истечении этих 10 минут все, кто здесь находится, должны встретиться в этом месте. Если кто-то через 10 минут здесь не будет, то ну сразу моментально просто жбан в бан. Все поняли, да? Мы вас вздрюкаем. О, ты бы не заикался, банан, кого ты кого вздрюкаешь. Надерите банану в задницу, чтобы он не умничал. Да не мне шашлыка банану. Правила очень простые. Ровно 10 минут, и эти 10 минут начинаются в эту же секунду. Не могу нажать. Лайк надо поставить, чтобы я нажал на кнопку. Поставь лайк, пожалуйста. Ну сколько тебя ждать-то можно? Поставь лайк. Ты что, издеваешься? Значит, не все лайки поставили. Ладно. Пацаны, 10 минут пошли. Ну и бабы тоже. Так, все, хватит. Моя команда, давайте за мной. Другая команда куда-то в другое место. Вообще без разницы куда. Давайте в этой серии мы не будем рассредотачиваться по всей карте. Ищем предметы. Только что самое главное, не орите на всю карту и на весь сервер, если вы сможете найти тот предмет, из которого выпадает... Кого? Извините меня, пожалуйста, за этот крик. Откуда ты? Малек, скажи, пожалуйста, откуда ты алмазы добыл, а? Подождите, я что-то вообще вот сейчас вообще ничего не понял. Костя, давай, миленький мой, давай. Откуда он добыл алмазы? Какие алмазы? Я что-то вообще не понял. Что-то мы уже, походу, начали немножко просиранькать. Серия не успела еще даже начаться. Слушайте, у меня для вас такая задача. Оп, я... О, я нашел, с чего выпадает дерево, пацаны! Только тихо, пожалуйста, никому не палите. А из дерева выпадает, дайте угадаю, золото. Так, сейчас надо найти малька и отжать у него все то, что он только что добыл. Пацаны, вы можете, в принципе, здесь оставаться, а я сейчас, пару минуточек, я вернусь. Слышите, вы скотобазы, да скажите, пожалуйста, где вы алмазы добываете? Вы чё, как не родные? Мы же с вами все друзья на одном сервере играем. Не надо, Костя, бананов в детдом отдавать. Так, с угля выпадает дерево, естественно. С дерева выпадает, дайте я угадаю. Опять нифига, ты чё, издеваешься? Грибы. Да, Костя, мы уже давным-давно нашли, откуда выпадают палки и все остальное. Я знаю, откуда выпадает дерево. Отсюда у нас... А, я уже бамбук смотрел. Да что вы будете делать? Да вообще никто даже не хочет делиться этой информацией. Я даже не знаю, в какую сторону бежать. Кто где добывает алмазы? Какие это вообще блоки могут быть? Вы мне можете сказать? Опа, я слышал, здесь рядом кто-то есть. Ага, тыква. Из тыквы у нас выпадает... Ничего, естественно, конечно, мне же никогда не везет.
Ой, ой, короче, тут такая история произошла на днях, я тебе рассказываю. Короче, мама позвонила, говорит, папа звонил. А папа звонит, говорит, мама не звонила. И, короче, мы такие разговариваем, потом серёмся, в итоге никто не звонил. Ха-ха-ха, иди сюда, собака! И главное не делится, где он это все добыл. И главное даже не говорит, пацаны! Вы пока там задерживаете всех остальных, я сейчас мальку задницу надеру. Если я смогу его, конечно, догнать. Собака алмазы сюда на бочку отдал моментально. Опа. Моментально. Я ж тебя догоню, но ты знаешь, что тебе бесполезно куда-то убегать. Малек, ну не убегай ты реально в задницу куда-то. Малек, пока мы с тобой бежали, мы с тобой деревню случайным образом нашли. Вот куда меня Малек и привел. Нормально, но я тебя и так догоню. Ага, 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 ага. Вот оно что. Прошло 10 минут. Эта собака до сих пор не остановилась. Ты думаешь, у нас с тобой есть время ждать, пока все остальные там лутают алмазы, а мы с тобой ничего не делаем? Я же тебя... О, да у тебя-то мало жизни, да? Ну, у него сейчас весь этот голод уйдет на восстановление жизни, я надеюсь. Я его смогу сейчас догнать. Или где-то там крипер сейчас впереди ему задницу-то подорвет. Коров бейте! Вот оно что! Спалилась ты, походу, Анечка! Ой, Малек, я тебя сейчас забаню, честное слово. Почему у меня быстрее кончилась выносливость, чем у тебя, собака-то такая? Стой на месте, партизан, я заколебался уже за тобой бегать. Стой! Санта-Лючия, Дева Мария, спасибо большое. О, еще еда выпала. Пацаны, у меня есть алмазы, только проблема в том, что я убежал примерно на 1000 блоков. Мне сейчас обратно к вам бежать. Ну ладно, обратно будет быстрее. Короче, нам надо искать коров. Они горят, то что все выпадает с коров. Пацаны, ищите коров, 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 коров! Костя, ты прям очень сегодня модный. Спасибо большое тебе за это золото, но лучше иди коров ищи. Шашлык, да где вы коров-то находите? Скажите мне, пожалуйста, человеческим языком. Вот и я не знаю, где коровы, я не знаю, куда они вообще могли отправиться, то что они там... Это, конечно, все очень хорошо, но где мне еды-то взять, чтобы хотя бы немножко себе восстановить? Но проблема в том, что, пацаны, они с самого начала смогли найти кучу коров, а мы с самого начала чупа-чупсы сосем. Прям по очереди. Извините, конечно, за такие подробности, но на самом деле так оно есть. У Ани сет алмазной брони. У меня сет кукиша с маком. Больше ничего у меня нет. У тебя тоже ничего нормально не выпадает. Ага. Так. И вот так. Ляськи-масяськи! Это что сейчас? Откуда это вообще выпало сейчас? Изумруды какие-то. 6 минут 40 секунд уже прошло. У нас осталось 3 минуты до того, как начнутся сражения. А я бегаю примерно как-то вот так. Еды нет! Ничего нет в этой жизни! Ты мне что? Здравствуйте! Опа! Ой! Мистер Крипер! Мистер Паук! Спасите, пожалуйста, помогите! Помогите, пожалуйста! Ради бога! Я нашел коров! Только у меня на хвосте 10 криперов и 10 зомби. Здравствуйте. С них выпадают, чтобы вы понимали, алмазные блоки. Алмазные, ёханый, бабай, блоки с них выпадают. И вы молчали до этого момента. Топаем обратно. 40 секунд осталось, 40 секунд, я еле как сюда прибежал, и сейчас крафтим все, что нам пригодится для того, чтобы выжить. Это мое, не поднимайте, пожалуйста, не поднимайте, так, и вот так. Надеваем. Дайте нагрудник, кто нагрудник старты взял, спасибо.
20 секунд осталось, пацаны! Я крафчу все, что только могу. Забирайте еще один нагрудник. Забирайте ботинки и забирайте. Держите, держите, держите. Если кому-то нужна еще вот пару кусочков алмаза, забирайте прямо сейчас. 7 секунд осталось. 5. Это последнее, что вы можете крафтить. Это последнее. Время вышло. С этого момента, если кто-то что-то скрафтит или если кто-то что-то добудет, сразу моментально получает бан. Все собираемся в том месте, где мы были с самого начала. Ну, неплохо, неплохо. Так, Костянчик, тебе еще держи алмазный мечочек. Я бы тебе дал карась шлем какой-то, но у меня, к сожалению, нет. И убьешь кого-то там из них, выбьешь себе этот шлем, ага. Ты смотри, банан-лук нашел какой-то зачаренный, неплохо. Ну, шашлык у нас очень сильно хорошо одетый, и не дотанос. Ну, тебе отдельный привет. Ля, золотая свинюха, неплохо. О-о-о-о-о, это прям очень хорошо. У меня еще морковка есть, кому-то нужна еда? Ну, немножко. Короче, пацаны и тёлка. Ну, девушка, отодвиньтесь для девушки. Фу, я думал, это девушка, это Костя. Девушка, вот. Аня, мы знаем то, что Лера твоя лучшая партизан. Уйди отсюда, шпион. Мы знаем то, что Лера твоя лучшая подруга, но в этой серии надо натрать ей задницу. Она нас пока что не слышит, потому что мы далеко находимся, она нас пока не слышит. Но в этой серии ты прям на нее набрасывайся. На счет 3! Мы решим, кто сильнейший в этой серии. Валите банана, он лучше всех одет. Ну и Леру, конечно же. Давайте. Раз! Два! Три! С войска вперед! Я пока здесь постою. Так. Кто? Надо. Я не знаю пока, кто есть кто вообще, где, что мы находимся. Так, я случайно Костю зашандаракал. Леру! Самую сильную и банана, естественно. И банан. Опа, давайте, банану. Нормально. Банану убили, давайте. Свирьку сзади. По чуть-чуть. Молодцы, пацаны, прям радуете глаз. Еще двое остались. Они где-то вот там вот бегают. А ты на кого пасть разъяб... Танос! Сейчас как пальцами щелкну. Прекрасно. Ладно. Пацан... Алло, ты куда ворвался-то? Один заходит с фланга, другой из заднего отверстия. Третий заходит спереди, четвертый заходит слева. Пацаны, все... Собака. Все за мальком! Главное его убить, и потом мы выиграли. Как-то вначале мне вообще не везло, потому что я не мог найти этих коров, но в конце нашел 4 блока алмазной руды, и все же я смог одеть всю свою команду, и вот Аня мне тоже помогла. В каждой серии этот мир нас удивляет все больше и больше. Откуда ты можешь знать, с какого блока тебе выпадет алмаз? Вот сегодня даже не из блока он выпал, а из коровы. Я бы сказал то, что команда противников лохозавры. Как бы вы и есть лохозавры, но в любом случае уважение вам нужно проявить. Спасибо всем за участие, лохозавры. В следующий раз встретимся в 4-й серии перерожденного одного блока. Лохозавры. А тебе огромное спасибо за просмотр и обязательно пиши в комментах, хочешь ты видеть продолжение или нет. А то вот те лохозавры, наверное, не будут больше после этой серии записывать со мной. Ты чё бьёшься, лохозавр? Ну я ж пошуть, ну все, да, естественно, давайте снова опять обижаться. Эдисон, почему ты нас обзываешь лохозавры? Да я любя. Люблю вас просто, лохозавр.